Друзья мои, сегодня приготовлю с вами домашний замечательный сыр. Всего из 3 ингредиентов по минимальной стоимости. И давайте не будем переплачивать торговым сетям. Посмотрите, какой классный сыр получается домашний. Ну что ж, поехали. Для приготовления мне понадобится 1 литр молока жирностью 3,2%. Добавляю неполную ложку столовую соли. Молоко ставим нагреваться на газ. А пока молоко нагревается, мы будем смешивать 4 куриных яйца и 300 мг сметаны. Перемешаем яйца со сметаной в однородную массу при помощи венчика. Получим вот такую густую массу. Как только молоко нагреется примерно градусов до 50, но еще не закипит, мы при помощи венчика начинаем вводить нашу массу в молоко, постоянно помешивая, и будем варить, постоянно помешивая, пока не образуется мягкий сыр, не начнет масса затвердевать, сворачиваться. Посмотрите, молоко начинает сворачиваться, створоживаться. Посмотрите, сыр начал отделяться от сыворотки. И сейчас мы его будем отбросим на дуршлаг с марлей и будем процеживать, отделяя сыр от сыворотки. Вы увидите, когда пора его снимать. Видите, какой уже образовался сыр. Приготовлю дуршлаг и свернутую вдвойне марлю. А чтобы сыр наш спрессовался, я делаю вот такой пресс. Ставлю бутылку 5-литровую с водой и оставляю остывать. Посмотрите, какой сыр получился. Отличный. Давайте взвесим и посмотрим, сколько вышло у нас. Почти 400 грамм сыра. Давайте же будем пробовать. Такой замечательный домашний сыр, который намного вкуснее многих сыров, продаваемых в данный момент в наших торговых сетях. Попробуйте, приготовьте, это очень вкусно.